Ответьте, пожалуйста, на вопрос. За что все-таки дают женщины мужчинам? Да. Почему кому-то дают, а кому-то нет? Кем и каким надо быть, чтобы женщина согласилась с тобой заняться партнерским сексом? Это как люди с разных планет. Именно поэтому я и настаиваю, что таким, как я, надо хотя бы от государства инвалидность давать в качестве компенсации. А что, да действительно, женщины не дают, хоть инвалидность будут давать. И меня еще успокаивают, типа, ну, значит, секс – это просто не твое. Каково? Вот один сексолог меня выслушал и сказал, да не расстраивайся ты так. Мне самому жена уже 4 года не дает. Не ты один, и все. Ну, это мне тоже развеселило, действительно. Пришел к венерологу, к доктору, у меня гонорея. Не переживай, у него самого сифилис. Так что в семьях тоже зачастую секса не бывает. Парень, обладая явно, в принципе, литературными какими-то способностями, такую классификацию уводит. Девушки отказывают вам в сексе, потому что вы слишком впрямую просите. Я представляю ситуацию, так, пришел чисто на работу с похмелья, прям эрекция мучает, прям... Тань, сделай мне минет. Ну, по-дружески так. Она отказывает.